по какому принципу сущность выбирает себе, тело, ну, зачатием, чтобы войти при зачатии. И если заблокировано, как человек снять блокировку, каким способом? Ну, во-первых, более подробно это можно почитать сущность разы, плюс последний прощенный человек, я это расписываю более подробно, но в двух словах скажу следующее, что в момент зачатия происходит не только выброс энергетический от слияния и циклетки и сперматозоида, происходит еще, естественно, целый ряд факторов, которые влияют на амплитуду и качество всплеска. Это, естественно, место влияет, положение звезд тоже влияет, но это влияние уже вторичным, первичным, между прочим, чтобы вы знали. Это дополнительные факторы. Плюс алкоголь или наркотики были в крови у родителей, зачавшие жизнь новую или нет. Любили они друг друга или нет. Чувство любовь было во время зачатия новой жизни или нет. Все эти факторы в комплексе, и экология, естественно, вместе влияющие, все это влияет в комплексе на того, какой амплитуды, какие качества всплеска у меня зачатия происходит при слиянии яйцеклетки и сперматозоида. Все эти факторы влияют. И когда в результате этого происходит, если влияние положительное, когда, допустим, люди любят по-настоящему друга, это положительный толчок. А если просто, понимаете, там только, особенно под алкоголем и наркотиками, то только отрицательный идет. И получается, что всплеск, который дает генетический всплеск при слиянии генетики, может или усилиться, или ослабеть. Но все равно в результате всех этих факторов происходит всплеск на тот или иной уровень. И открывается качественный барьер до этого уровня, который качественный всплеск имеет. И с этого уровня просто втягивается сущность, которая качественно соответствует этому всплеску. То есть резонанс качества, ничего другого. Раз, вошло, и закрылось, и вошло, остается уже привязанный до того, как человек родится, и уже формируется тело. Поэтому, так сказать, здесь резонанс качества генетики и сущности, которая резонирует с этой генетикой, ничего более. А насчет того, что заблокировки, сам человек, к сожалению, в большинстве случаев мало что сможет сделать, потому что если он заблокирован, значит, у него уже не может нормально идти развитие. Может просто кто-то другой помочь ему, кто это понимает. В конце встречи, так сказать, человек, который написал, может мысленно подумать, я постараюсь помочь избавиться от блокировки, если не есть у этого человека.